Друзья, всем привет, добро пожаловать на канал Завода. Меня зовут Дима, и мы играем в Киберпанк 2077. Итак, игру мы закончили. Закончили игру на том, что Ви получил свое тело, отправился на задание, и все, и с концами. Игра закончилась. Теперь мы попробуем отдать тело Джонни Сильверхенду. То есть, наоборот, не отдать тело Ви. Посмотрим, закончится это на чем. Да что же за глюки такие жесткие-то, а? Так, давай быстрее, братан, подключайся. Так, опять лифт. Мы поднимаемся на крышу. Так, а мы играем за Джонни Сильверхенда. Мы и есть Джонни Сильверхенд. Выше и выше. О, кошечка, привет. Мрмяу. Еще одна. Или это одна и та же? Чуть не понял. Не, это другая, там исчезла. Так, где это мы? Это мы в Найт-Сити, идет дождь. Только город очень пустой. Прям вообще пустой. Так, взять. Берем. Это амулетик. Та самая пуля, которую убили Ви. Которая в башке сидела. Когда покину я телесный мир, вернет мой дух эллинский ювелир в обличье филигранной птицы. Золотой фигурке то большая честь помочь монарху пробудиться или на золотое дерево воссесть и петь почтенным византийцам о том, что было, будет или есть. Так, это мы у дома. Ой, у дома. Это мы в доме, в гостях у Альт. Бежим. Блин, тут, конечно, жутко. Прям очень жутко. Киберпространство, мать его. О, кто это? О, Ви! Видишь, а ты не верил, что я совсем разберусь. Я тоже рад тебя видеть, Джонни. Ты видел, что тут творилось? Нет. Но может, оно и к лучшему. Так, может. Блин, ну если всю жизнь здесь находиться... Так, это куда? Так, это не сюда. Вот, туда пойдемте сядем. Ви, составим компанию. Бестия погибла. Ее убил Смешер. Мне жаль. Не стоит. Она погибла за меня, а не за тебя. С моим телом все нормально? Да, ждет в подвале Арасака Тауэр. Я подключил его к сети. Я догадался. Твоя девушка уже давно пропалывает мне мозги душегубом. Все будет хорошо. Ты уже на финишной прямой. Страшно даже представить, какая жесть сейчас со мной происходит. Альт сделала из меня инграмму, а я даже не понял. Как? Когда? Ну и как тебе жизнь?
в виде кучи нолей и единиц. Сначала было больно, дико больно. Все тело как будто кололи иголками. Потом уж я понял, что это не боль, а какая-то цифровая симуляция. Наверное, Альт уже скоро перенесет мой конструкт обратно в тело. И я даже не знаю, переживу ли я это. И чем вообще стану. Кстати, почему мы не чувствуем, как работает душегуб? Я был готов корчиться от боли. Временная анальгезия. Мы же потоки данных. Определенные ощущения можно заблокировать, бла-бла-бла, хуё-моё. Тебе что, Альт читала лекции про нейрофизиологию? Нет, скинула данные за секунду. Неважно. Она еще сказала, что уничтожит Микоши. Все, кто в ней есть, получат свободу. А потом она поглотит их всех и сделает частью своего массива данных. Значит, мы сделали, что могли. Дальше Альт справится. Нет. Да, как нет, блядь? В смысле? Я ошиблась, когда исключила из факторов тело. Реконфигурация ДНК шла слишком долго. Агрессивные препараты осложнили процесс. И иммунная система начала атаковать нейроны. Хватит. Говори по-человечески. Ви умрет. Что бы я ни сделала, этого уже ничто не изменит. Так, в смысле, блядь, умрет? В смысле, блядь, умрет? Блядь. Прямо с языка снял. Как же так? Что теперь? Погоди, надо подумать. Давай, должен быть какой-то вариант. Тело Ви изменилось под воздействием биочипа. Теперь оно воспринимает его сознание как постороннее. С тобой все иначе. Ты стал его полноправным хозяином. То есть, ты за то, чтобы твой бывший выгнал меня из моего тела? Изменения необратимы. Тебе уже нечего терять. А он может получить все. Я не стану вмешиваться. Но пока контроль над телом остается у Джонни, он может делать, что хочет. Вот так вот. Получается, тело мое. И что делать? Что делать? Что делать? Кое-кому кое-что приделать надо. Так. По-моему, Альт права. У тебя уже нет будущего. А у меня есть. Я просто хочу спокойно обсудить с тобой все варианты. Давай-ка спокойно решим, что нам делать. Если мне все равно умирать, давай сделаем по моему плану. Я ухожу, ты остаешься. Теперь тело твое. Ну, если честно, я бы хотел еще немного помотаться по миру. Джонни. Альт, что мне делать? Просто войди в колодец. Тело Ви будет твоим. А сам Ви станет частью меня. Так, колодец. Ну и все, забираем себе тело, кидаем Ви, короче. Поступаем очень подло. Войти в колодец и вернуться в свое тело.
Так. Так. Получается, я остался Джонни. Или Ви. Бля, к этому я никогда не привыкну. Так, прочитать сообщение. Анатомическая стенограмма. Здесь рядом. Где Кулич? Рядом. Рядом это где? В жопе у тебя. Очень смешно, блядь. Спрашиваю еще раз, где он, сука? Погоди, мне надо проверить. Нет, он все еще у тебя в жопе. Блять, сейчас тебе будет жопа, блять. Теперь поговорим, где Кулич? И только попробуй сказать что-нибудь про мою жопу. Сейчас, сейчас, я больше не могу. Ну-ка, наконец-то, где он? У тебя в пизде. Ах ты, пидорас, блять, это что за разговор, блять? Стенограмма допроса, блять. Ладненько. Так, это что? Поставить пластиночку, музыка. Да, пускай играет. Так. Прочитать чип. О, куртка. Копия самурайской куртки Джонни. Нацепим. Ох, Ви. Ну, да, я Джонни Сильверхенд в теле Ви. Ви умер, все, Ви больше нет. Так, а чё за... Прочитать уведомление от автоматической системы доставки. Так, ладно. Так. Сообщение. Автоматическая система доставки. Ваш заказ готов к выдаче. Оплатите заказ в течение суток, иначе он будет отменен. Ну, прочитал. Черт. Надо собираться. Надо. И пора перестать говорить с тобой, Ви. Так, взять пистолет Бести. Так, это что такое? О, это тут лучше не оставлять. Да, Бести умерла. Так, билетик. Еще есть немного времени. Как раз успею вас навестить. Так, а лабиринт какой-то. Карты, это неинтересно. Так, взять сумку. Вот она, сумка. Немного, но мне больше и не надо. Нужна будет тачка. Стив, поговорю со Стивом. Блин, что это за дом? Притон какой-то. Расслабься, Стив, это я. Привет. Привет, мужик. Что-то случилось? Я вот послушал новый альбом Curses Metal Hands. Первые 4 трека гениальны. Ну и синяк. Где это ты так обездюлился? Да, так. Батя твой? Да я его забыл разбудить на работу, так что вроде как... Сам виноват. Ну, забыл и забыл. Че он руки-то распускает? Ну, а ты-то как живешь? Нужна тачка на день. И хороший водитель. Надо уладить пару дел в городе. Не вопрос. Я довезу. Мама бесится, когда я не говорю, что ухожу. Хотя даже когда я говорю, она все равно не слышит. Пошли. Пошли следовать за Стивом.
следуем за Стивом. Есть вопрос. Что сделать, чтобы пальцы не так болели, когда много играешь? Ничего. Металлические струны врезаются в пальцы, пальцы болят. Так что смирись. Не переживай. Вот поиграешь подольше, мозоль едет. Ты чего это делаешь, засранец? Ну, ухожу. Больше. Куда? Я ему говорю, что я никуда. Я только на минутку. Сейчас вернусь. А ну-ка, живо назад. Никуда ты не пойдешь. Нечего шляться, слышал? Ты что за хер, блядь? Бля, ты что, опять мои ключи спер? А ну домой, засранец. Хули... Не трогай его и следи за выражениями. А ты уебывай. Что, типа крутой? Ты такой же абсос, как и все мы. Хочешь рискнуть? Ну давай. Некогда мне хуетой заниматься. Вот и сиди, ебать, на жопе ровно. А это вообще кто? Да хуй его знает. Бомж какой-то. Они все на одно лицо. Вот, блин, он так испугался, что ты ему наваляешь. Правда? Извини. Ты чего? Какое извини? Я бы хотел, чтобы с ним что-нибудь случилось. Садись. Ну ты что такое говоришь, чувак, ебать? Он все-таки папка твой. Так, чё, кого, куда едем-то? Вот бы я мог ему вломить. Хочу быть сильным, как ты. Когда-нибудь будешь, а может и посильнее. Но надеюсь, к тому времени ты сам увидишь, что он того не стоит. Почему? Потому что этим ничего не исправить. Тебе, конечно, станет легче, если ты его побьешь. Но потом ты все время будешь чувствовать вину. Куда едем? В машину времени. О, я там один раз видел Керри Евродина. Ты что, фанат? Конечно, он же легенда. А ты что, не фанат? Керри клевый. Я слушал передачу по радио. Там говорили, что всю свою славу он заработал на смерти Джонни Сильверхенда. Да ладно. Журналисты тебе еще и не такой херни наговорят. Особенно музыкальные. Главное, что Керри настоящий профессионал. Он живой, искренний. Во всем, что делает. Звучит так, как будто вы с ним знакомы. Так и есть. Я тоже когда-нибудь стану музыкантом. Только учти, это не самая простая профессия. Да, да, знаю. Надо много работать, заниматься. Да, это сначала. А потом будет еще тяжелее. Критики, хейтеры. На тебя постоянно оказывают давление. Живешь в бешеном ритме. Не все выдерживают. Начинай писать песни. Если не будешь халявить, со временем начнет получаться что-то путное. Чем раньше начнешь, тем лучше. У меня есть уже в голове пара мелодий. Круто. Со словами только плохо. Все, что я придумываю, или уже было, или звучит по-идиотски. Я просто не представляю, что писать. Пиши о том, что знаешь. Это золотое правило. И не только для песен. Так я же почти ничего не знаю. Разве что наш блок. Ну, во-первых, ты гонишь. А во-вторых, жизнь в блоке чем не тема для песни. А в-третьих, всегда есть еще третий. В-третьих, ты еще мал. Не торопись, идеи появятся. Жизнь тебя и потреплет, и приласкает. А музыка? А музыка придет сама. Так, ну можно поездку пропустить, пропускаем, значит. Так, мы приехали в машину времени. Это какой-то магазин получается. Музыкальный, что ли? Или клуб? Ага. Подождешь минутку? Не, я с тобой. Посмотрю, что новенького вышло. Ну, пошли, чувак, посмотрим, что тут. Тайм-машин. Это безнадежно. Мир летит к чертям. Ничего нового. Сейчас глянь. Так, что тут у нас? Здорово. Можешь, конечно, быть. Говорят, у вас тут бывает Керри Евродин. Это
лучший музыкальный магазин в Найт-Сити. Тут все бывают. А знаете, почему еще? Еще не знаю, но... кажется, сейчас выясню. Потому что я не шпионю, никому не продаю инфу и не распускаю сплетни. Так чем вам помочь? Я ищу гитару. Электрическую. Смотрите. А вот это вот рокерский прикид, прям вообще, чувак. Не трись об меня. А ебать, а ты об меня трешься, дебил. Мне нужно что-нибудь приличное. А с этими что не так? Прибежат, потому что гриф плохо вкручен. Отверточкой можно поправить. Важнее всего звукосниматели. С ними у гитары должно быть все в порядке. А уж как она выглядит, не насрать. Окей. Это все детские поделки из непросушенного шпона, который кое-как склеили на колено. Играть можно, просто уметь надо. Без обид, но мне нужна настоящая гитара. У меня есть на нее деньги. А, так бы сразу и сказали. Пойдем. Пойдемте, куда пойдемте? Окей, может, научишься чему? Да, пойдем, малыш, посмотрим, что тут. Как вам? Вау! Охренеть справа, просто! Слева новые хроматиксы и хендерсены. Винтажные модели сзади. Так, хроматикс и хендерс. Делус Орфин? Не подделка? Сами гляньте. Спокойно, я просто спрашиваю. Вроде настоящая, хорошо сохранилась. Сколько ей лет? 70? Ха, больше 90. Порожки из черного дерева. Круто, круто. Больше 90 лет. У кого она была? Так, а это что? Энзер Парадис. Это что, реплика? Настоящая, конечно. Ей, наверное, уже больше 100 лет. Смотри, у нее гриф на болтах и двойной хамбакер. Красота. Классика. И баланс идеальный. Держать одно удовольствие. Так, что, какую выберем? Дайте вот эту темненькую из черного дерева. Попробую вот эту. Конечно. Вы тут, в общем, смотрите, пробуйте, а я пойду. А то у меня вынесут пол магазина. Первый раз слышу, чтоб кто-то так играл Сильверхенда. Бля, чувак, я, считал, я и есть Сильверхенд. Никого не учился. Просто сам до всего дошел и придумал свой стиль. Как ты это делаешь? Ты играешь прямо как он. У тебя хороший слух. Сильверхенда не подделаешь. Но ты же можешь. Я слышал. Видимо, есть во мне что-то от него. А может, я и есть Джонни? Чего? Слушай, Джонни было бы сейчас 100 миллионов лет, а ты совсем молодой. Ну, это сложно объяснить. Да конечно, Чумба, хватит мне тут сказки рассказывать. Лучше объясни, как ты это делаешь. Забей. Лучше придумай собственный стиль. Для этого просто нужно много практики. И талант. Талант у тебя есть. Да? Ты правда так думаешь? Ну, конечно. Я теперь не говорю того, чего не думаю. Самый лучший день. Черт, аж руки трясутся. Рокеры-мятежники, они всегда говорят прямо. Попробовал я так с отцом. Это плохо кончилось.
Любому настоящему мятежу нужно время. Не понимаю. Не знаю, как тебе это объяснить. Такие вещи приходят с опытом. Ты странный, но ты мне нравишься. Да, ты мне тоже, малыш. Сыграешь еще? Нет, нет времени. Пора платить и дельтовать отсюда. Так, ну все, идем на выход. Побосики отдаем. Возьму вот эту. Классный выбор. Рада, что она попала в хорошие руки. Может, что-нибудь еще? Нет, спасибо. Пожалуйста. Пока. Дельтуем отсюда. Осталось еще пара дел. Ладно. Так, давай уходим. Где тачка? Вот она тачка. О, бомжик. Бля! Чё-то, чувак, ебать. Блять, я на ножку твою наступил, извини. Так, ладно, идем в тачку. Ладно, поехали. Я готов. Куда едем? На кладбище. Как скажешь. На кладбище? А что там будет-то? Так, радио выключить? Ну, давайте выключим. Папа говорит, что корпорации опять начнут войну. Типа, они только и ждут, чтобы порвать друг друга. Как думаешь, это правда? Начнется новая война? Не будет новой войны, не бойся. Росака слабее, чем хочет казаться. Ненавижу корпоратов. Я тоже. Последние соки высасывают из людей, но им все мало. Они и друг друга придушить пытаются. У меня тут друг недалеко живет. Где? Отсюда не видно. Просто говорю. И что, близкий друг? Он как-то пригласил меня к себе домой. Его мама приготовила обед, потом мы пошли сидеть на мосту. Я люблю тут ездить. Тут красиво. Город выглядит живым. Ну да, тут куда ни пойди, будут люди. Я не про это. Мы сами создали монстра. И даже не заметили, как он начал пожирать нас заживо. Ха, как Франкенштейн? Как чудовище Франкенштейна. Знаешь, ты прав. Здесь очень красиво. Ты тут первый раз? Да нет. Просто раньше не замечал. Раньше не было времени об этом думать. Город вытек у меня, как песок сквозь пальцы. Промчался мимо. Прошмыгнул под ногами, пролетел над головой. Даже не знаю, когда. Напишешь об этом песню? Может быть. Ух ты! Я не знал, что у тебя есть пушка. Очень крутая. Мой отец когда-то такие продавал. Будешь стрелять в кого-нибудь? Так, это у нас от Бести пестик, по-моему, это, да? Нет, это просто память. Понимаю. Это тебе кто-то близкий оставил? Ну да. Ты не представляешь, насколько близкий. Что ты с ней будешь делать? Положу туда, где ей место. Так, можно пропустить поездку. Пропускаем, значит, и мы... Мы на кладбище. О, менты стоят. Можно я с тобой? Нет, нельзя. Подожди тут. Я быстро. Окей. Так, я очень быстро. Я супер-мега быстро. Так, это что такое? Посмотреть план. Заплатить. Угу. Заплатили. Кстати, здесь есть быстрое перемещение. А если я перемещусь куда-то? А... Нету, заблокировано. Ну ладненько, ладненько, идем, значит. Почему нам нельзя с ним поговорить? Скорее всего, мы здесь сейчас пистолет оставим, да? Да. Бести. До сих пор не понимаю, как так получилось.
Так и была бы ты королевой по смерти, если бы не я. Хотя, ты бы сказала, что главное было им въебать. Ну и мы им въебали. Не надо было тебя в это втягивать. Прости. Так, положить памятную вещь. Это памятная вещь кому? О, это Ви. Ё-тельмо. Или это Ви? Ох, Ви. Я, в общем, не могу больше ее носить. Я не хочу больше жить прошлым, каждый день думать о том, что случилось. Я все равно тебя не забуду. Мне же теперь придется ходить с твоим лицом. Спасибо за... Да вообще за все. Я буду умнее. Больше таких ошибок не сделаю. Прощайте. Так, ну все, попрощались, значит, с Ви. Так, а ты... Ну ты шутник, конечно. Просто показалось. Ругаться не обязательно. Достойный слуга народа. Это кто такие? А это кто? Это непонятно. Ну, тоже какие-то важные люди. Куда теперь? Эй, а это что такое? Угостить? Я больше не курю. И тебе не советую. Вредно для здоровья. И для души тоже. Куда теперь? Так, куда теперь? Ты можешь ехать домой? Мне? Никуда. А ты можешь ехать домой, Стив. Спасибо. А кто-то близкий, кого ты навещал? Он давно умер? Нет, не очень давно. Скучаешь по нему? Немного, да. Когда умер мой дедушка, я очень по нему скучал. А теперь уже только иногда. Так, ладно, Стив, давай. Пока. Спасибо тебе за оказанные услуги. Мне пора на автобус. Чувак, это ничего тебе гитара. Я тебе ее купил, малыш.
Что за звук был? Привет, Вим. Я знаю, ты вольная птица, и не то чтобы я прошу тебя передо мной отчитываться, но может хотя бы скажешь мне, ты вообще жив? Это, конечно, твое дело, но ты пропустил последний осмотр. А я тебе миллион раз говорил, что... Позвони, когда освободишься, ладно? Пока. Привет, Ви. Просто хотела узнать, как у тебя дела, как вообще жизнь. 100 лет с тобой не виделась. Ты еще в Найт-Сити? Честно говоря, меня так все достало, хочу просто все бросить и уехать. Но что-то вот пока не уехало. Тут как в болоте. Попытаешься вырваться, еще сильнее затягивает. В какой-то момент понимаешь, что остаешься тут навсегда, как Эвелин. Короче, береги там себя, не подставляйся лишний раз. И звони иногда. Пока. Привет, Ви. Это я. Панам, помнишь? Которая с машиной. Слушай, у тебя не найдется для меня случайно какой-нибудь халтуры? Что угодно, возьмусь за все, главное, чтобы заплатили. Если у тебя что-то есть, или ты можешь меня порекомендовать, перезвони, ладно? Я буду очень благодарна. Ну вот, как-то так. Вроде бы все. Увидимся в посмертии, наверное. Здравствуй, Ви. Это Сол. Я слышал, в Найт-Сити случилось что-то важное, и некий Ви сыграл в этом главную роль. Не знаю, чем все кончилось, что с тобой сейчас, но если тебе нужна помощь, можешь считать наш лагерь своим вторым домом. Ты очень много сделал для меня и для моего клана. Этот долг я готов вернуть в любой момент. Удачи тебе на дороге жизни, Ви. Эй, Ви, слышишь меня? Блин, это автоответчик, что ли? Окей, пофиг. Мы тут все ждем, когда ты наконец заедешь нас проведать. Могли бы сделать барбекю, выпить по пиву. Погонять немного. Ну или нанести дружеский визит стилетом. Короче, я что хочу сказать. Пустошам очень нужны люди вроде тебя. Не знаю, что там сейчас у тебя в жизни, но мы всегда рады тебя видеть. Просто помни об этом. Ну ладно, пока. Привет, Ви. Слушай, извини, что беспокою. Я понимаю, у тебя там дела, тебе некогда. В общем, я беспокоилась, как ты там. Решила по-быстрому разложить карты и... Ух. Тебе выпали повешенный, маг и звезда. Это нехорошие карты, Ви. Они предвещают что-то плохое. Вроде смерти, но не совсем. Береги себя там, хорошо? Я надеюсь, скоро услышимся.